24 мая прозвенел последний звонок в лицее имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. Основная часть мероприятия проходила в культурно-спортивном комплексе «Уникс». На празднике по случаю прощания с детством традиционно выступили преподаватели лицея имени Лобачевского, а также представители разных институтов Казанского федерального университета. Они же и рассказали о некоторых важных аспектах предстоящего студенчества и об особенностях тех или иных направлений Казанского университета. Помните, что любой выбор, который вы сделаете, он на самом деле правильный. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни выбирали, если вам нравится то, что вы делаете, это правильно. Попразднуйте, наслаждайтесь, вы проделали гигантский путь, у вас впереди экзамены. Это сложно, я желаю вам подготовиться, но помните, что вам надо и вам было бы замечательно проживать каждый момент вашей жизни полностью, полноценно. Лицеисты под чутким руководством преподавателей реализовали концертную программу, в которой представили множество творческих номеров. Лейтмотивом мероприятия стала история одного условного выпускника, который находится на распутье и до сих пор не знает, чего хочет от жизни и с каким направлением он бы хотел связать дальнейшую жизнь. Ну а что касается действительности, то воспитанники лицея имени Лобачевского поделились с нашим телеканалом ближайшими планами на будущее и немного рассказали о плодотворной подготовке к одному из главных праздников в их жизни – последнему звонку. Главным образом у нас параллели группы учеников захотели организовать, это была их личная инициатива. Также многие хотели выступить, так что скооперировавшись, мы показали, ну как по мне, отличное выступление. Сегодня много плакала, и мне вообще неохота заканчивать школу, потому что взрослая жизнь немножечко пугает, но лицей подготовил нас и сделал нас стрессоустойчивыми, поэтому не так страшно сдавать ЕГЭ, я даже не осознаю этого. Я планирую в Казанский федеральный университет. Стоит отметить, что лицей имени Лобачевского является структурным подразделением Казанского федерального университета. И основополагающей темой для преподавателей школы-интерната является качественное образование, саморазвитие и осознанный выбор. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз.